Всем привет, и в этом видео я сделаю, как я обещал, обзор на свой школьный рюкзак. В первом отсеке у меня находятся учебники, всякие тетрадки и пенал. Конечно же, наушники и телефоны. Но телефон у меня находится в основном в пенале всегда. Вот биология учебник. Вот и пенал. Рюкзак, на самом деле, у меня очень тяжелый. Потому что учебников, конечно, у меня очень много всегда. Вот атлас, география там всякая. Кстати, кто любит географию, тот обязательно ставит лайк под этим видео. Хотя я уверен, что большинство ее просто ненавидят. Ну вот почти все учебники я достал. Осталось тетрадки, и там у меня еще на дне лежит транспортир. Вот, кстати, и он. Так, теперь второй карман. Там многие из моего класса знают, что там находится много чего вкусненького. И не только. Сейчас покажу еще что. Так, вот этот пакет, который всегда мне помогает, когда я голодный. Но я его полностью доставать не буду. А вот и запасной телефон. Их бывает там двое, а бывает три. Потому что во всякие ситуации их приходится сдавать. Так что вот в этом кармане я храню в основном всегда вкусняшки и телефон. Но иногда бывают такие случаи, когда главный отсек у меня не помещаются все учебники, тогда приходится перекладывать вот в этот карман.